Смотрите, если опять же работа с этой ногой, что я здесь также люблю делать, я ухожу в сторону, я сразу, когда забираю вот этот замок свой, я люблю забирать замок руку с головой сразу. Бум, такое баранка называется. Готовил баранку, и теперь правой ногой я подъезжаю под него и переворачиваю его. Потом делаю такой ножницами захват и выхожу в сайт контрол. Сейчас мы это с вами не будем делать. Я просто это вам показываю к тому, что отсюда можно не просто в ногу проходить и его дисбалансировать, а можно сразу в таком же положении сразу забирать его замок и уходить под него. Материал будет для видео, посмотрите, потом подрабатывайте. Если будут вопросы, скиньте, я вам в таком в онлайн-режиме подредактирую и пришлю вам, скажу, как правильно. Поймите то, что если будете делать все то, что я вам говорю, рисков того, что вы чего-то отдадите, нету вообще. Мы сначала давим, прессингуем, утомляем соперника, а потом из него начинаем вырезать веревки.